Всем привет, и я хотел бы сегодня поздравить у нас Игоря с Свердловской области, а точнее с села Останкино, с участием в акции. Мы сегодня провели дистанционную сделку, купили мы квартиру, да, смог я организовать хорошую рассрочку для него, смог я организовать, так скажем, хорошую цену. И в итоге мы буквально за один час сделали эту сделку. Поэтому, Игорь, я вас поздравляю от всей души. Теперь я тоже вам хочу пожелать, чтобы вы 31 числа смогли выиграть приз. От меня лично это 50 тысяч рублей, да, либо на квартиру, либо еще на что-нибудь, либо там, не знаю, там на какие-нибудь сувениры. Поэтому вас я от чистого сердца поздравляю. В общем, все хорошо, что мы сделали с вами в декабре месяце, не стали ждать января. И, конечно же, я думаю, что еще сможем с вами поработать, приумножить ваш капитал. И я думаю, что это не первая квартира, потому что, как показывает практика, все мои клиенты в течение полутора месяцев покупают еще вторую квартиру. Либо дочка, либо сын, либо мама, либо папа, либо еще кто-нибудь. В общем, а вам, да-да-да, вам, дорогой зритель и дорогой мой подписчик, могу сказать, что сейчас действует акция. Все, кто покупает у меня квартиру до 31 числа, до 31 декабря, он у нас участвует в розыгрыше 50 тысяч рублей от меня лично. Розыгрыш будет проходить в прямом эфире. Я скажу, либо это будет в Перископе, либо это будет в Ютубе, если получится мне разобраться с Ютубом, с каналом, и сделать это все в онлайн-режиме. Те люди, которые приедут, да, те подписчики, те гости, которые приедут к нам в город Сочи и будут присутствовать именно 31 числа в Сочи, я всех вас приглашаю к нам в офис. Вы сможете поприсутствовать, чтобы было все честно, чтобы было все, так скажем, с нашей стороны порядочно, чтобы не было никаких там предвзятых никому отношений, и вы сможете за этим всем понаблюдать именно в нашем офисе. Ну а сейчас, наверное, давайте, пока есть тоже свободная минутка, могу сказать, что есть хороших пару предложений. Есть у меня готовые классные предложения по 63 тысячи рублей за квадратный метр в доме, который готовый, который со всеми документами. Такая цена будет еще примерно до 25 числа. Есть у меня хорошее предложение стройки по 45 тысяч рублей за квадратный метр, которое 100% построится и которое строится в центральном районе. И есть у меня пару хороших ФЗ-шных объектов, которые строятся по федеральному закону 214, где можно купить квартиру по 56 тысяч рублей за квадратный метр. В общем, я жду от вас, так скажем, активности. Приезжаем, я вас встречу и с большим удовольствием вам помогу осуществить вашу мечту, купить квартиру в городе Сочи. А сейчас, наверное, мы с вами прерываемся. С вами был Максим. И, конечно же, я работаю и представляю компанию «Элитный Сочи». Все, всем пока. Увидимся в городе Сочи.